пришли нью-йоркер. Купить мне маечку. А потом тянет все время мужской отдел. Все хочется. Мне хочется моим двум внукам, но все бы я купила. Я бы шорт здесь полно мужских. Но все они, зараза, до 2000. Разве так можно? Я все жду, когда будет скидка. Вообще, у меня глаз вот на вот эти шорты. Вот черненькие. Лешику, беленькие Диме. И вот шорты. Смотрите, ребята, ну все они. Самые дешевые, вон, 1900. Разве можно такие шорты мужчинам носить? Ну хотя бы 800 рублей. Да. Вот тебе нью-йоркер. Вроде барахла полно. А цены кусачие. О! Давай купим тебе мужскую майку. А мне тоже нравится эта майка, но это мужская. Ну, короче говоря, у нас цирка 1000 рублей в руках. Поэтому мы ходим, возмущаемся, что все дорого. Ну, вот эти майки по 800 рублей. Мужские. Белые, кому не нужны, никому. Ну, и все равно это все барахло. Это просто одел, постирал и выбросил. Ирина, ну что? Высмотрела. На этих симпатичные майки. Я ж такие вот мальчишкам покупала. Пока то еще сделала. Да? Как там по-английски? Ужас, покатайся с дьяволом. О, кто не знает, тот купит. Ужас.